Актюбинская область оказалась во власти непогоды. Из-за сильной метели и гололеда в регионе объявили штормовое предупреждение. За два дня спасено больше 30 человек. В снежном плену оказались не только сельчане, но и жители пригородных поселков. О капризах природы в материале Лейлы Ауесовой. В Актюбинской области устраняют последствия непогоды. Сильный буран бушевал в регионе два дня. Из-за нулевой видимости пришлось ограничить движение сразу на 12 участках. Несмотря на блокпосты, люди старались возможность объехать их. Тех, кто оказался в снежном плену, эвакуировали на спецтехнике. В Каргалинском районе из сугроба вызволяли карету скорой помощи. Медики везли беременную женщину в роддом. К счастью, спасательная операция прошла успешно. Ранним утром буран еще не стих, и в балках было очень много снега, поэтому ни машины скорой помощи, ни какие-то другие техника высокой проходимости не смогла туда доехать, поэтому срочно был мобилизован вездеход, был такой вот трикол, который у нас в этом поселке как раз на дежурстве находится, в результате чего роженица благополучно была доставлена до родильного отделения, и родился малыш, мальчик. За два дня спасено 33 человека, из них 5 детей. Из снежных заносов вызволено 8 автомобилей. Всего по области открыты 140 пунктов обогрева. В основном они расположены на кемпингах. За ситуацией на дорогах спасатели следят с помощью интерактивной карты. Все дороги как на ладони. Видно, где работает какая спецтехника. Сейчас все силы коммунальных служб брошены на уборку снега. Сегодня метель улеглась, но снег все еще идет, поэтому вероятность бурана все еще остается, но дороги во всех направлениях давно открыты. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни регион ожидает теплая и ясная погода. Лейла Осова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинская область.